Здорово, Лёш, как дела? Фонарик есть. Ага, для калаша. И вот. И спецодежда. Да для спецоперации. Ну, не сидели домой. Спецодежда для спецоперации. Они далеко от дома, и я хочу, чтобы они были счастливы. Говорят, типа, привет. Ну, короче, мы с ними немного разговариваем. Как у них жизнь, как у меня. Кем ты хочешь стать в будущем? Военным. Каким военным? Генералом. Это началось после разговора. То есть мы ему начали объяснять, что такое спецоперация, почему это происходит. И он пришел к тому, что это чьи-то дети, сыновья, и они нуждаются в его поддержке. У нас даже был случай, ну, были такие сильные бахи, что подумали, ну, на время отсюда переехать. На что он сказал, ну, это мои военные, как я их оставлю, никуда не поеду.